Всем привет! Я на станции МЦД Славянский бульвар. Тут лифт. Едем на второй этаж. На свою платформу. Всем привет! Я в маске. Немножко приболел, но не страшно. Вот, кстати, приехала Иволга до станции. Одним словом. Вот, это тоже наш объявили. 11:05. Это вот наш. Ну, мой, точнее, в котором я поеду на экспрессе. Вот и Волга. Поехал в сторону станции Кунцевская. А это, скорее всего, с Одинцова. Да, это с Одинцова. Вот, 11:01, это с Одинцова. В 11:00 сейчас поедет Можайская. Мы через нашего через 5 минут. Вот 11:05. Третий путь. Так, вот дистанция Славянский бульвар. Вот, как я говорил в своих видео, в перспективе, ну где-то 20 штук. Вот, в перспективе, где-то к 2024 году, вот где сейчас стою я, будут идти вот та электричка, которую объявили до станции Можайск. До Можайска, до Звенигорода, Кубинка, Голицына и так далее. Ну и само собой обратно, вот здесь будет останавливаться. А вот здесь будут ходить только поезда МЦД. Ну, здесь сейчас много народу. Вот здесь будут ходить только поезда МЦД. То есть только Иволги, ну и скорее всего Аэроэкспрессы. Те поезда, которые идут дальше Одинцова, должны идти полуэкспрессом. То есть останавливаться на всех остановках. Вот у нас буквально немножко до нашей электрички. Но уже выглянуло солнышко. Зима настоящая на улице. Ну, он нет ИП ДВД до станции Можайск. Сейчас
сейчас кому не видно. Вот он. Ну вот наш 1.17.17, это наш экспресс. Скорее всего, догоним. Ну, или там все тут, не знаю. Вот это наружу. Ну, я на этом надеюсь, что мы догоним. Вот, кстати, Алиэкспресс. 101. Вообще никого нет. Ждем нашу. Должна быть такая же синенькая. Скорее всего, это будет 105, на котором я сюда приехал. Ссылка будет в описании. Ну, как я доехал до Славянского бульвара, на экспрессе, ссылка будет в описании. Я пару раз видел, как обычный EP2D идет по экспрессному маршруту, но я ни разу этого не снимал. То есть я это видел вне камеры, короче, можно так сказать, вне видеоролика. Поэтому это очень такая редкость, чтобы обычный EP2D шла по экспрессному маршруту. Это, наверное, из-за нехватки поездов. Такое иногда бывает, что не хватает. Но это я так думаю, что на самом деле я не знаю. Сельф 1.17 номер поезда. А не номер поезда, да, правильно, номер поезда 7117. Вот он идет.
Да, это 105-й, на котором мы сюда и приехали. ЭП-2Д, который в Можайске лежит.
Вот она. Как я не говорил, где-то на сетке мы ее загоним. Со Сколково подъезжаем уже. Сколково. Пересадка на Алиэкспресс на всех станциях до Белорусского вокзала. Следующая остановка – Одинцово. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Одинцово. Поехали.
Значит, выход будет справа. Моя любимая D4M. Одинцово. Конечная. Пересадка на Аэроэкспресс на всех станциях до Белорусского вокзала. Это примерно одинаково. Мы приехали. Разница там каких-то несколько секунд. Одинцово. Конечная. Пересадка на Аэроэкспресс на всех станциях до Белорусского вокзала. Дальше не идет. Быстрее погода. Ладно, на этом видео будет в конце. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.